Про приз пока молчу. Про приз пока молчу, по призу пока ничего не скажу, про приз попозже. Приз в студию! Только не надо к этому серьезно относиться. Какой приз? Какой приз? Я почему говорю? Потому что сунуть они могли сюда и все что угодно. Экономия дикая. Вы кем работаете? Канал Куплинов Play. А, вот это бессмысленно с вами торговаться, бессмысленно. Приз, короче... Точно? Предлагал вам 70 тысяч, вы отказались от капитал-шоу «Поле чудес», от Первого канала. И вы выигрываете дверную ручку. Спасибо, блядь, но я хотел автомобиль.